Следуйте за кроликом. Вам надо у вас же в гараже найти пасхальные яйца. Всего яиц 24. 18 яиц вы должны были найти в прошлом году. В этом году вам остается найти 6 яиц. Поехали. Итак, первое яичко у нас находится при выезде из гаража сразу за углом направо. Вдоль стеночки так проезжаете, и вот здесь под этим поднавесом лежит первое яичко. Но у меня почему-то показалось, что я якобы два нашел сразу яйца. Странновато. Второе яичко находится в этих кустиках. Вообще незаметно, да? Я случайно на него наткнулся. Третье яичко находится у нас возле этих железок. Прямо на видном месте. Тоже еле заметил. Вот оно яичко. Разбиваем, и показывает у нас уже 22 яйца найденных. Еще одно яичко лежит прямо под этими железяками. В таком укромном месте, что не сразу заметишь. 23 яйца из 24. А последнее яичко у нас находится прямо вот здесь. За этим домиком. На крыше вот этих ангаров. Разбиваете последнее яичко, тем самым вы выполнили или прошли события. Что же дают за эти яички? А дают нам за эти яички пасхальный кролик за 5 найденных яичек. Получаете персонализацию баннера, за 10 яичек также персонализацию баннера, за 15 найденных яичек портрет. И за 20 пасхальных яичек, которые вы найдете, вы получите яйца в гараж. Так как это разрушаемый объект, вы сможете взять эти яички, поставить у себя в гараже и разрушать. Вот такое у нас событие в этом году.